А, это мой папка. Как до этого дошло? О, мы пришли первые. Ну, пока отдохну. Учиться никогда не поздно. Уфу, га! Эй, парни, я получил письмо от Бруно. Я взял Мисту на задание, а вам другое. По поиску подарка для босса на 23 февраля. И напрягитесь, он будет уже вечером в ресторане. Я в поселке недавно и не знаю, как он вообще выглядит. Расскажите? Никто не видел. Сегодня мы все увидим его впервые. Однако, если он отец Триш, то должен выглядеть как-то так. Боссу надо что-то дорогое, он же босс. Дорогое, да, но не все, что попало, а именно полезное. У меня даже есть мысли, что именно. Что-то вроде хорошего чая. А что, если босс вообще чай не пьет? Мы же ничего о нем не знаем. Такой чай полюбят даже те, кто вообще не пьет чай. Да, Джорно? В действительности, как мы можем подобрать подарок боссу, если мы даже не знаем, кто это, мужчина или женщина? Все фигня, давай по новой. Босс точно мужик, словно большой брат, что следит за нами. Такому надо подарить ножик. Я богиня дискотеки. Я пук мироздания. Я сейчас в центре внимания. Что обсуждаем, мальчики? Нам поручено найти подарок боссу на 23 февраля. А отцу моему? Ну, я даже не представляю, что могло бы ему понравиться. А я как раз наоборот. Скоро выйду. Ах ты, мелкий, куда направился? Это лучшее, что может быть. Это шедевр. Что же ты придумал? Это нельзя описывать. Это надо попробовать. Ну, пробуем. Улетел мелкий. Мы в полной жопе. Нет времени объяснять. Мне сообщили, что босс уже рядом. Триш, неужели совсем не знаешь отца? И что может ему понравиться? Ну, я даже не знаю. Ну, есть одна идея. Идем, времени мало. Да-да-да-да-да! Нашел именно то, что ему понравится. Это же шампунь Клерви Табенмен. Ну что? Это даже не чай! Твою там... Совсем заглох. Ну ладно, может это и к лучшему. Ты не прав. Отец уже говорят заходит. Держите его немного, мы жены уже в бутике. Босс уже приехал, а у нас ничего не готово. Его нужно как-то отвлечь. Какого черта Бруно где-то шляется с Мистой? Надо его отвлечь. Ну, здравствуй, моя поселка. Я главный лидер наших всемирных организаций. Открываю вам свое лицо в честь прав. Я убил босса! Ну да, пошел я. Подарок хороший, и посидели приятно. Гори я в аду, если еще раз выйду к этим идиотам.